Козьба нормальная, люди вот работают, стараются. Пока доехали, тут возят просто безостановочно. Европейская площадь. Все красиво тоже. Эвакуаторы кружат. План выполняют. Да, поздравляют нормально с Новым годом людей. Продолжают поздравлять жителей столицы и гостей. Так, продолжается поздравление с Новым годом. Ох и козьба, у кого работы мало, а у кого наоборот, косят нормально. Красота, Крещатик. Смотри, как магазин называется. Давай тебя сюда. Да, я нашел это место. Такие интересные машинки тут ездят у нас сегодня. Три проехало. Кого-то паковать едут. Непонятно кого только. Или в Минск просто. Да, интересное движение, я вам скажу. Что-то происходит. Мусорок, это количество нереальное. Везде причем. И автозаки едут с мусорами. Да, какое-то количество. Что происходит? Фопа вроде не было нас сегодня нигде, мы не митинговали. Наверное, к батьке поехали. Так, друзья, это еще не все. Смотрите, продолжение, блин, это жестяк просто, что происходит? Кто знает, напишите, это просто какое-то нереальное количество вот таких интересных автомобилей. Еще и скорая в конце, в ту сторону машин 10 поехала, и в эту уже, наверное, машин 8-6. Что происходит, непонятно. Откуда-то они вот сверху с центра спустились. Нормальный Новый год такой. Столица. Майдан. Майдана боятся. Непонятно. И вот еще мусорской микроавтобус стоит. Да, я уже много раз говорил, сколько на этих людей уходит денег народных. Просто какое-то нереальное количество на их содержание и на все остальное. А мы на Майдане. Тут все красиво. Тихо, спокойно.